Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении занимаемой должности генерал-майора полиции Александра Забегалова, начальника управления Министерства внутренних дел по Ивановской области. В регионе Забегалов проработал почти 10 лет. В июне 2003 года он был назначен начальником управления. В 2004 году ему присвоено звание генерал-майор милиции. Напомним, что о своем намерении покинуть пост Александр Забегалов сообщил на прошлой неделе на заседании областной думы. Временно исполнять обязанности начальника управления будет полковник Александр Курылев.